Новая линия по производству сельскохозяйственных шин появилась на Волжском шинном заводе «Валтайрпром». Это стало возможным благодаря инвестпроекту на общую сумму 234 миллиона рублей. По итогам его реализации предприятие сможет выпускать 19 новых типов размеров крупногабаритных сельскохозяйственных шин. Что уже выполнено и что пока только в планах, узнаем в нашем сюжете. Всего лишь пару лет назад это волжское предприятие изготавливало исключительно шины для отечественных комбайнов. Но благодаря новым производственным мощностям диапазон выпускаемой продукции увеличен во много раз. Реализация инвестпроекта на волгоградском предприятии «Валтайрпром» позволила изготавливать шины для совершенно разных типов сельхозтехники. С тех пор волгоградская продукция стала известна во всем мире. Покупают волгоградские шины в разных городах, в том числе и за рубежом, в странах СНГ и Европе. Постепенно наращивая объемы производства, предприятие вначале работало на импортозамещение. Сегодня продукция идет уже на экспорт. И наша задача продолжать оставаться лидером на этом рынке. А для того, чтобы мы смогли это сделать, необходимо осваивать новый ассортимент, потому что тенденции на рынке меняются, меняется парк техники, мы должны идти в ногу со временем. Именно с этой целью мы реализуем текущий инвестиционный проект. В рамках проекта на предприятии уже поставлены пресс-формы, происходит модернизация старого оборудования и монтаж нового на втором сборочном комплексе. Первый, к слову, сегодня работает на полную мощность. Тут изготавливается каркас колеса, затем отправляется на вторую стадию, где уже накладывается брекер и протектор. Это оборудование у нас называется ДМОЙ, навивочный комплекс. Здесь мы навиваем шины, изготавливаем сельхозрадиальные, большегрузные шины. Уникальность этого комплекса состоит в том, что мы одновременно можем делать две покрышки. То есть сначала мы одну покрышку делаем навивку, соответственно, следующая зеркальная у нас будет тоже навиваться. Реализация инвестпроекта позитивно отразилась на показателях предприятия. По итогам 9 месяцев объем производства увеличился на 170 миллионов рублей. В бюджет региона поступили 42 миллиона рублей налога на прибыль. При выходе на проектную мощность прирост объема промышленного производства предприятия превысит 1 миллиард рублей. Этот проект уже был одобрен Министерством промышленности и торговли и получил государственную поддержку в части рефинансирования ставки по кредиту. Мы заявили компенсацию, первые 6,5 миллионов рублей возврата уплаченных нами процентов по кредиту уже поступили. Эта программа действительно работает, и это действительно реальная поддержка для российских производителей внедрять новые, осваивать новый ассортимент и импортозамещать наших конкурентов. Позитивная динамика наблюдается и в целом по региону. Только в этом году на территории Волгоградской области реализуется 25 инвестпроектов на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Вот по итогам 11 месяцев 2017 года объем выпускаемой продукции в регионе вырос на 90 миллиардов рублей. Это достаточно очень позитивный такой показатель. К примеру, можно сказать, с 2014 по 2017 год общий объем в регионе вырос на 130 миллиардов рублей. Из них вот 90 миллиардов рублей объема приходится только на 2017 год. Это благодаря тем инвестиционным проектам, которые в настоящее время реализуются. При этом необходимо отметить, что за последние 3 года реализовано порядка 30 инвестпроектов на общую сумму 253 миллиона рублей. Многие проекты реализованы в настоящий момент. Алена Пузына, Виктор Хиврин, Вести 34.